Так, я в лобби Мерло. Супер, Эйден. За дело. Взламываю. Только глянь. Тут секретных данных бери не хочу. Прямо мечтают, чтобы я их стянул, и я стянул. Стянем. Не отвлекайся. Тут нехилая система защиты. Как прогресс? 100 000 за полминуты. Что бы мы делали без богатеньких? Просто волшебство какое-то. Сидим и деньги из воздуха тянем. Понесло тебя. Еще кто-то влезть решил. Посмотрим. Забей. И так забот хватает. Сливай все деньги, Варя. Не нуди, малыш. Старшим виднее. Защита сработала. У нас гости. Система сканет. Ну, потерпи чутка. Я сваливаю. Я тебе сейчас свалю. Это что за... Сворачиваемся. Эмин, уймись уже. Морис. Ну? Короче. Один из наших агентов узнал имена хакеров из Мерло. Прижмем. Займись Эйденом Пирсом. Убери его. Семью припугни. Этот парень доигрался. Че-че семью? Что-то не так? Не, без проблем. Считай, Пирса больше нет. Правда. Кто заказчик? Чувак, я не знаю. Честно. Не знаешь. Чуть-чуть семью. Что-то не так? Не. Без проблем. Считай, Пирса больше нет. Ну что, Морис, припугнул, а? Просто работа. Я не знал. С кем ты говоришь на записи? Имя, ну? Да не знаю я его! А это ты знаешь? Лена. Лена Пирс. Не знал я ни про каких детей. Все пошло не так! Советую подумать получше. Ну? Мужик, даже если бы я знал имя, не сказал бы.
Эти люди. Такие слухи ходят, ты себе не представляешь. Чувак, лучше не лезь в это. Знаешь, иногда у нас нет. Прошу, не надо! И кто это был? Я говорил с ним по телефону, он назвал мне место. Это все, клянусь, это все! Имя давай. Не знаю я! Имя! Убей меня, давай, убей! Да! Как там с памятью? Мне Морис ничего не скажет. Ты другое дело. Эй, Морис! Слышь, чё, как придурок? О, чёрт! Где тебя носило? Чё? Это он мне. Чуть отвлёкся. И что же я вижу? Где патроны? Выбросил. Что, а иначе бы ты его грохнул? Я просил их подержать, Джорди. И где ты был? Мне позвонить надо было. Морис что-нибудь сказал? Блин, ты гонишь. Прибраться надо. Хорош уже любоваться. Эй, мило, конечно, но ты меня расстроил, Пирс. Ты даже не заметил, как я завариваю кашу между бандами. Надо закончить дело. Уберем его. Не, поздняк. Восьмой. Чикаго ведет. Почти развязка. Все. Времени нет. Так-то. Ха. Да ладно. Неужто даже не спросишь, кому я звонил? Так, ладно. И кому же ты звонил? Так-то. Короче, у нас тут куча трупов. Наверху огромная толпа, и я вызвал копов. Панику создать. Да ладно. Ага, без шуток. Ну, копы подъедут, а потом Морисовы братки и бах-бах-бах-бах-бах. Джорди, ты шутишь? Нет, не шучу. Так вот, в конце матча начинается паника. А мы с тобой тихо смываемся. Спасибо скажешь завтра. Супер. Пунктуальные копы. Займусь ими, а ты хватай Мориса и вали. Мориса? Я тебе что, водитель? Он стрелял. Я с ним не закончил. Урод. Полиция Чикаго! Есть тут кто живой? Вылезай давай!
огнестрел! Пушка вон там! И тут мертвяк! Тоже вайсрой! Ну и отлично! Вот не могли эти уроды другой день для разборок выбрать? Испортили праздник! База, у нас два трупа в подвале Мэй Стэдиум! Бандюки! Ясно, ждите коронеров. Мы уже отправили группу, проводим обыск стадиона. Roger the pole now by Jorge Sanova, who ended with an outstanding 15-7 record last season. We're watching an epic confrontation between two old rivals here today, and this game couldn't be any closer. Big base steals on this team with 27 steals this series, but Sanova's watching them like a hawk. That's a pitch and a hit, and it looks like... Yeah, that's a foul ball. Roger's not falling for that one. Both men, of course, experts at the mind game. Two on, two out, folks. Something's gonna give soon, and it could go either way. Sanova pitches. That's a big hit! Нашел что? Не, тут тишина. Один из шишек Вайсрой, бип-ложи. Проведаем его. Лады, поднимаюсь. Не-не-не, торопыга. Оставайся там. Здесь достаточно людей. Ладно. Мне нужен отвлекающий маневр. Проблем было мало. Да идите сюда, дядя! Я ж ничего не сделал. Разберемся. Тебе что, билет мой нужен? Руки так, чтобы я видел. Это что за херня? Джей ничего не сделал. Назад, живо! Ты из Вайсройс, да? Допустим, и что? Поговори мне, откуда у вас билеты в вип-ложу? Мы не нищеброды типа тебя. Да? Заткнись, Диди, не болтай лишнего, а то нас тут повяжут. Я и без болтовни найду, за что на вас браслеты надеть. Ты не волнуйся. А ну, документы! Живо! Не дождешься. Слышь, ты снимаешь? Чувак, станешь тебя такое ждет. Просто ух! Хулиган, тут копов полно, не выбраться. Мне нужен какой-нибудь отвлекающий маневр. Отруби свет, тогда я смогу свалить. На всем стадионе? А кто у нас не хотел, чтобы все трещали про Мстителя? Для таких выкрутасов мне придется пробить фаерволл сети ОС. Своя шкура все-таки дороже. Где ближайшая точка доступа? Совсем рядом. Только без пропуска тебе туда ход закрыт. Нужно найти охранника. Им же должны выдавать коды доступа.
План эвакуации есть? Ну, конечно. Нужно выводить людей. Предлагаешь ради ваших кошек-мышек эвакуировать 40 тысяч народу? Закрывайте подвалы, можете хоть вверх дном там все перевернуть. Ради бога. Тут сейчас полицейских будет пруд-пруди. Может начаться давка. Лучше остановить матч и вывести всех. Сорвать матч? Не, я не могу. Так найди того, кто сможет. Быстро. Погоди. Дай Барри. Значит, пусть сам меня найдет. Дело срочное. Где Джорди? Я? Свалил. Аллергия на копов. И у Мариса. Но я оставил тебе подарок. Друг моего друга барыжит тачками. В гараже напротив тебя поджидает одна красотка. Брать или не брать, твое дело. Мне пора. Что там творится? Слышите крики? Он не мог далеко уйти. Ищем. Стой! Будем стрелять!
Патруль преследует подозреваемого. Я в него врезаюсь. Thank you.
базу, мы преследуем цель. Будьте на связи, мы отходим. База, он ушел. Надо разослать ориентировку. Того, кто стрелял, я нашел. Осталось разговорить. Но как? Пытать пробовали. С Марисом это не вариант. Нет, нужен другой способ. Сыграть на чувствах. Надо подождать. Он расколется.